Ретрика. Лимошка, щиты кидая на Кель кресты. Да, вообще тут типа кикая пока. Герцогиня не тыкайте носом. Носом тыкните. Фаер тролль, клаймен, варенька. Самосвод. Ну смотри, они трэш не бьют, значит это ФК. Значит смысла звать их нет. Чтоб тыкнули. Смысл тогда вообще ходить в, ну, в РС, где выкладывается только 10 человек, остальные так. У меня, короче, подвисает очень сильно, я не хочу подводить, возьмите карту. Мастер Шамыч. Ты стильно зависает? Тьму еще можно похилить. Там нет трэш. Давай тебе будем звездочку пить. Что там дэс камень за твой забил? Ну, он не отвечает. Залупился, видимо. Что ж случилось? Я не знаю, ну не знаю, я на него нагнал немного, потому что мы пьем трэш, а он в Виче сидит. Поговорит, я в Виче посижу в этом на халён, зайду уже. ПК, Клоута, Лена. Приведите второго гвардейца, пожалуйста. Заметьте, что он в РСК. Бустромоника. Юпи, ты 5,8, да? Может, Холипала во тьму взять? Мистер Шамыч. То что? Какая разница, бери. ТПСа и так должно хватить. Не, мистер, ну, во тьме не будет шамана, будет хэпал. Гер не будет там. Ну, несущественно особо. Можно одного человека со света во тьму отправить, чтобы перевеса такого не было. Во тьме нормальные вары, кстати, так что... Надо по дамагу. О, Дорн зашел. Клаймен, пойди. А ты пойдешь это старшапан? Шаманом? Да. Во тьму там легко. Хилить волной танка, смотреть залезть. Я хилил шаманом, да, но. Выбора нет. А, ли подожди, Бьорна можно спросить. Эршамой. Вот, вот. Я забыл, что у нее Эрш. Горгош у него есть. Да, 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 я вспомнил. Тогда опять нам надо ШП просто. Ну или ДД. Ролана. Опа. Давайте в темпе, бьем командира. Можно, если бьем с первого-второго трая,
Можно третью собрать при условии, если на БДК кто-то зайдет еще. И позвать кого-то с ВКонтакта. Это есть. У меня будет ДБДК есть, так что нормально. Хилы главное. Хватит, держишь спортивный. Ну, я на сам могу зайти. Лично. Но главное трою раз так же убить. Что-то по хилам. Нормально все. Сумасвод, правда, 6-1 КГС. Он может быть проблемой. Что, кстати, я кто-то Лара Крофт это новый, который взломали. Что там Shadow или как это называется? Кого-кого? Tomb Raider нового взломали. Соответственно, такая же убога, как и вторая, там где эти вот русские. Вот сама рисует в гильдию. Не знаю. Что-то первая интересная была, вторая вообще. Лимошка ты ВК. Кстати, всем здравствуйте. Да. Привет. Привет. Лимошка, у нас КДД спало на 10 гер, можем обновить. Так заходи в РС-ку, потом обновим. Не, ну понятно, я уже в РС-ку лечу. Пошли к Савиане, ставлю рыбу. Надеюсь, и бафы должны уже быть. Пристабаф еще. Кушайте рыбу 10 секунд, потом пул. И пристабав еще дайте. Рудео, сможешь подиспелить тьму? Интеллект, маги, дайте. Все, пуляй босса. Да Эршама не суманули, ай-яй-яй. Ну, без Эршама тут можно справиться. Собери. 56к хп у танка, блин. Вара, крикните, даже с хп. Тоже есть. Короче, во тьме ретрики, пожалуйста, капельки кидайте на 60%. Поэтому какого? Пристабав говорит еще. Щитки. Ну, Ваня не дал пристабав, что-то не знаю. РДС тоже. Завтра, напоминаю, ЦЛК 18.00, потом льда. Или 1 РС, потом льда. Вот. Вторая ульда. Какая вторая ульда? Сегодня первая. Ну да, конечно. Пока можно еще на буднях нагнать в понедельник, вторник, среда, четверг. Когда там, да, после РС, да? Не, что, вместо ЦЛК. Ну, сегодня. Не знаю, ульда сейчас стала 1.5 часа и минимум 3000 ЕП. Полтора часа, потому что мы, ну, зэгаем, мы не делаем орбитафию пожарного. ДТС гемор небольшой. Не, ну это да, но все равно там даже если йога плюс 0 убивать, сейчас мелики живо могут бить, это наоборот плюс там голову можно паролить. Тут не сколько мелики, сколько черепы убрали в этих комнатах. В два раза меньше. Черепов, естественно, больше стаков. Здравомыслие. Хилл, я думаю, ты сможете без меня до Холиона, да? Главное. Так, нокдаун, ты будешь босса танчить, или можешь первую копию, самосуд вторую, под первую копию, под вторую копию сакру дашь, запускай босса. А, дайте баф, пожалуйста, по шаману. И по... Там, в ВК на стенке покопайся, там будет кучу тактик вылаживал. А даже тактика из 15 секунд все. Вся ульта тактика. Одна минута. А, одна минута. Супер четкая тактика. Прям как мы убиваем. Дал имя. Перепух в РК. Да, Нила что-то не заходнят. Так вообще, наверное, можно было бы 4 раз сыграть. Каком? Васап, да, не заходит. Да, тут забил немного.
две недели уже. Ну, кстати, после того, как он что-то перестал играть, мы катайрайские нормально стали убивать. Лимошка, забирай всех боссов. А, я не пристан, я забыл. Да. Уже нажал F1, а F1 у меня снятие проклятий, а не гимн. Поднимаем павших. Упал на клаун, вот, вниз. Только повезло. Только кастовал, он уже сдох. На релоге за 5. Давайте, 20. На релоге все. Ставлю рыбу, кушаем. А можно еще, пожалуйста, попросить касочки, там мазбафы по шаману, по друиду? Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Гибли один за другим. Я даже не... 6-рс это какая-то сказка была. Как меня так убивали? Чек. Шестая же еле-еле убивалась. Что-что? Ну там типа персы были не очень одеты, и в шестую же она еле-еле убилась тогда. Вспомни, кто тогда играл. Ну да, если вот сейчас Джейми в уделок зайдет, там Ракшас, такие приколы. Даже Никон ебучий, блядь, тот нормально тащил. Да, вот он тащил, мне вообще понравилось, особенно последняя серия 6-го сезона. Запускай босса. Хекс нет. У нас все упирается в БДК, Хулипала и Катта с Напулом. Самый важный класс для РС. Отведи подальше босса. Близко стоит к РТД-зоне, а РТДшники не могут отойти почему-то. Такая же ситуация была с Войдом на Синре с заморозкой глыбы. Айтири. Кто это? А. Просьба, пожалуйста, не бейте в жаге света. Рамзес, зайдешь? Давайте по тактике. Гаргот, Клайман, Рудеус. Тьма, Секьюрити, Накриэль, Свет. Удиален, третья фаза. Кинешь СС на Накриэле. Четвертой пати остается добивать големов, кроме Демолока. Напуливаем на лимошку мелкий трэш. Рамзес, готов? На диспеле во тьме Рудеус. В свету диспелю я. Напишешь Сали в РК, кто на кого рулит. Какой спек? Перепуг зашел в РК? Так, перепуг. Старфол юзаешь с пула, это первая фаза. Он откатывается на второй метеор. После того, как трэш весь заберет танк, ты юзаешь второй старфол. Это как раз будет переходка на вторую фазу. На второй фазе там по КД. Он опять откатывается на третью фазу. И снова с пула юзаешь на третьей фазе и по КД. Но главное смотришь, чтобы трэш был на танке. Все, после того, как трэш забрал танк, ты юзаешь старфол. А Рамзес заходит? Заходит. Главное, чтобы ты не умер. Не дай бог, если трэш идет на тебя, ты отбегаешь от него, прожимаешь кожу, хватку природы. Какой там? Ваня, какой цвету? Димон, готов? Там какой-то цвету.
Танк во тьме будет самосвод. Фласка на хп есть у кого-то? А, у него есть уже. 56к хп неплохо. Да, покончик крик на хп, не забываем вары. Крикнуть для человека БДК, который танчит свет перед заходом на вторую фазу. Готов, Джерион, Дмитрий? Что? Будем считать, что... Спешу. Макрос понял. У меня есть ледяной змей. Я могу тебе предоставить одну фласку на данный рейд. Если бы я еще нашел. Может быть, тебе еще рунический флакон с зельем маны? Все, готово. Начинай сумасвод. Спула, прожимай звездопад. В принципе, так оно происходит. Клаймон, поднимай сумасвода. Клаймон, поднимай. Вставай. Зиппер, выноси метку. Забафать сумасвода. Побежали, метеор. Сумасвод, забирай Халеона сейчас. Становись в подход, забирай Халеона. Нокдаун, забирай большого. Играем Халеона. Сумасвод. Сумасвод, ты поверни просто ли этого Халеона. Люди теряются. А, все, не поворачивай, уже поздно. Ладно, сойдет. Касочка есть там на БДК? Лимошка, выноси метку. Как зайдешь во тьму, самосвод, перед заходом прожимай незыблемость, кровоотвод. Побежали, метеор. Смотрим, лужи. Лужа в рейде, лужа в рейде. Караул. Квадрат, встали, отошли. Анакель, выноси метку назад. Играем Халёна. Перепух, давай звездопад теперь. Ставлю в квадрат. 3 секунды до переходки. Гаргот, выноси метку. Сумасот, прожмись и заходи. В четвертой пати остается добивать голема. Играем в ромб. Иннеры заливаем Гарготу сейчас. Гаргот, не трать ману зря. Почему половина процентов маны уже нету? Машекова на семетку. Духнастик, перепух, иннеры Гарготу. Скажите, когда зайти. Можно заходить? Нет. Нет, лезвие. Ага. Моровин, выноси метку. Теперь заходи. Пошли. Ого. Встали в квадрат, сейчас будет лезвие. Ну, бля, символы не поменял. Ну, давай, звездопад, если не давал. Давай, звездопад. Встали в квадрат. Смотрим, нет. Клаймен, внимательно, лезвие. Лезвие не заноси, прожми дубовую кожу. Диспель, возвращайся. Так. Inner Security за нее. Смотрим, еще не лезет. Ламруа, назад метку. Назад. Диспел. Счастье. Смотрим лезвие. 51. 51, да. Лезвие закончится, появится метка. После метки только выходит. Не выходи сейчас в портал. Никто не выходит. Дугаргот, выноси метку. Танк, прожмись. Выходим в свет. Выходим в свет. РСС на Холипала дать. Встали в квадрат. Дали рост в свет. Перепух, давай звездопад. Бей звездным огнем. Секьюрити, назад метку. Давай с тебя с диспелю. Накрели и секьюрити хил тоже. Побежали метеор. Побежали свет метеор. Сейчас главное... Не все. Большого голема играем. Перепух большого голема играем. Джерин, сейчас диспелю.
по диспелю. Играем большого голема, во тьме дали рост. Все большого голема, перепух. Большого голема. Вот мы на семетку. Лизни тотема на семетку. Сейчас диспелю, встали в квадрат, отошли. Квадрат, диспелю. Герцогиня на семетку. Не забываем каплю на самого свода на лезвие. Побежали метеор. Смотрим главное лужи. Потом переключаемся большого голема. Халиона в свету не бить. Ждем просто лужи. В квадрат встали. Ваня, выноси, играем большого голема. Все в большого голема сыграли. Рудес выноси метку. Так, секьюрити надо мана. Давай, Ваня, поигим на ману, ставь тотем на ману, секьюрити. Большого голема добиваем. Перепух выноси метку назад, быстрее. Прожми дубовую кожу, диспелю. Встали в квадрат, вот выноси метку. Немножко на переходке, сейчас дашь каплю на БДК, побежали. Беги быстрее, перепух медленно, выносим каплю на БДК, возложение рук на БДК. Смотрим, куда льются лужу. На кель выноси метку, лимошка давай, сакру, сакру давай. Ваня по ситуации гимна отхил. Перепух давай, звездопад, сейчас играем большого голема. Гаргот метка, танк во тьме прожимается. Так, теперь Халиона играем. Лизни ДТМ выноси метку. Диспелю, Серези выноси метку. Отошли в квадрат. Бежали метеор, если не давал каплю, лимошка кидай сейчас. Смотрим, главное лужи. Лужи разливать. Видите, квадрат уже отошел далеко. Квадрат отошли. Переключились большого голема. Моровинт выноси метку. Моровинт выноси метку. Сейчас диспелю. Прожми незыблемость антимагии. Прожми незыблемость. Двойная метка. Хильте Моровинда. Рудеус, давай гимн на ману, ставь тотем на ману, Гаргот. Большого голема сыграли. Залил иннер. Маленько выноси метку, встали в квадрат. Бьем пока босса. Клайман, выноси метку, прижми дубовую кожу. Побежали метеор. Ретри, кидайте возложение на Гаргота. Возложение рук на Гаргота. Халена, свету не бьем. Ждем. Ждем большого голема. Играем все в большого голема, в идеале наноси метку. Перепух начинает давать звездопад. Мы у большого голема сыграли. Осталось чуть-чуть. Халена пока не бьем, ждем 60%, потом переводим. Литрен, выноси метку, сейчас диспелю. Ладно, диспелю так, добиваем босса. Дай КП мне сказать, пан. Выноси метку. Герцогиня, выноси метку, сам себе диспель. Ваня, ГТ. Олег, чё ж ты не сказал этот, как его, чтобы я рудал во тьме? Ролим это, да. А Вадим еще рот нажал. Да, кому-то везет. Так. Охренеть, у меня волна на первом месте. Ролла 21. ПР перепух 9. Клаймен есть еще. Клаймен есть еще. А, я не заметил. Ты на сову ролишь? Ну да, я же имею сова. Ты об этом врага написал? Бля. Ну раз не написал. Да пиздец, значит... нихуя не надо, это ебаное Е. Я лучше пошел бы этим нахуй. Палами все. У тебя AirDruff ловый? Да. Ладно, давай. Уверим тебе на слово. LG, передай, пожалуйста. Лег, на рогу накинь мне пару соток. ГП. Перекинь, пожалуйста, этому Клайману чешку. Ты кидал уже на рогу или нет? МГ, а ты случайно не второй раз заходишь на ИП или мне показалось? Ну пусть заходит, я с этого чека буду уже ГП кидать, а не просто отнимать ИП. Ладно, ладно. Напристо кидайте Джерриуму. Я написал Варка. Давайте попробуем еще зайти, пока есть настроение поэрелить это.
сейчас сдоп ЕП или нет? Да, сдоп ЕП. Вышло, что 3К. А Firetroll не дает чешку. Firetroll, пожалуйста, передай чешку. Я там тебе отдал, ты что-то шутишь, что ли? Нихуя ты мне не отдал, что ты пиздишь? Ты давай это, слышь, поаккуратней. Розетта, кому ты передал чешку? Мне Тейт кинул, говорит, сова это, я ему отдал. Ну, у меня сумки ничего нет. Так не сова, ты не давай перепюху. Да успокойся, короче, просто Розетта по ошибке передал перепуху. Перепух сейчас передаст. Че, я виноват, что совы бегают тут. Перепух, передай просто Клайману, и мы закроем эту тему. Меня просто... Клайман, посмотри, в рейде есть такой человек. Не надо с нихуя кого-то оскорблять. Сначала надо выяснить, почему он так сделал, а потом уже разбираться. Так я его не оскорблял. Ну, ты сказал, что ты пиздишь? Это уже называется оскорбление. Че, да? Сейчас перезаходим на другой РС. Ну давайте РС. Если будет БДК, убьем короче РС. Оставь место, шаман. Сейчас зайду. Давайте.